спец футбола. С превеликим удовольствием для вас сегодня будут работать в поле. Давайте. Кто-то назовет эту схему устаревшей. А я бы назвал ее проверенной временем. Такая настоящая классика. Состав гостевой команды. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Спец футбола. С превеликим удовольствием для вас сегодня будут работать в поле. Давайте. Кто-то назовет эту схему устаревшей. А я бы назвал ее проверенной временем. Такая настоящая классика. Состав гостевой команды. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Спец футбола. С превеликим удовольствием для вас сегодня будут работать в поле. Давайте. Кто-то назовет эту схему устаревшей. А я бы назвал ее проверенной временем. Такая настоящая классика. Состав гостевой команды. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Спец футбола. С превеликим удовольствием для вас сегодня будут работать в поле. Давайте. Кто-то назовет эту схему устаревшей. А я бы назвал ее проверенной временем. Такая настоящая классика. Состав гостевой команды. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Спец футбола. С превеликим удовольствием для вас сегодня будут работать в поле. Давайте. Кто-то назовет эту схему устаревшей. А я бы назвал ее проверенной временем. Такая настоящая классика. Состав гостевой команды. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Началась.
Потерял он мяч, но кому он достанется?